Эй, всем привет! С вами главный карась отечественного шоу Биза Джин Ибн Толик. И я вам хочу рассказать что-то феерическое, потрясающее и уникальное. 30 ноября в Московском государственном театре эстрады состоится юбилейный концерт «Зимняя сказка для взрослых». Свои лучшие песни для вас исполнят звезды Шансон ТВ. Стас Михайлов, Вика Цыганова, Сергей Трофимов, Катерина Голицына, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, группа «Лесоповал», Анатолий Полотно и Федя Карманов, Сергей Куприк и многие другие артисты. 30 ноября. Московский государственный театр эстрады. «Зимняя сказка для взрослых». Концерт-съемка юбилейной программы «Шансон ТВ». Начало в 7 вечера. Приходите, заварим настроение. Все будет алмазно. Билеты по телефону 8-495-644-2222. На сайте концерт.ру и в кассах театра эстрады. До встречи на концерте!